Сегодня в Ульяновске дан старт всероссийским соревнованиям по пожарно-спасательному спорту среди специальных подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России. Цель состязаний – популяризация пожарно-спасательного спорта, а также повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства пожарных. Хотя и сейчас Россия – один из лидеров в этом экстремальном виде спорта. Мы неоднократные победители чемпионатов мира. У нас есть рекорды мира по эстафете, в индивидуальных видах по подъему штурмовой лестницы, а также в 100-метровой полосе препятствий. В соревнованиях принимают участие 13 сборных команд, более 100 участников. В составе каждой команды 6 спортсменов взрослой категории. От Ульяновской области выступает команда спасателей из Дмитровграда. Ульяновцы уверены в успешных выступлениях спортсменов. Гордость нашей команды – Евгений Озеров. Он как раз и отличается лучшими результатами в подъеме по штурмовой лестнице. Сам спортсмен готовился к старту, но нам удалось поговорить с его женой, которая каждый раз болеет за мужа и за команду ульяновских спасателей. Прилежный семьянин, дома тоже бывает, но и спорту, конечно, дает очень много времени. Он часто ездит на сборы и тренируется тоже часто. Кроме него в составе сборной спецуправления ФПС номер 87 выступают мастера спорта по ППС Юрий Булычев, Айрат Галиев, Александр Незамеев, Виктор Османов, тренер команды Олег Скалкин. Борьба за первенство ожидается сложной. Каждая из 13 команд-участниц мечтает подняться на пьедестал почета. Наша команда сейчас подняла свой уровень последние 2 года. Вот, за нами всегда не выходим на летнюю Россию, с летней России на зимний чемпионат. Это увеличило количество стартов. Да, и сейчас мы присутствуем на зимнем чемпионате России. Вот. Следующая цель – это наши зональные соревнования. И чемпионат России в городе Оренбурге. Летний чемпионат принимает Оренбург, зимний – Ульяновск. Приемом все довольны, однако дружба не мешает спортсменам быть непримиримыми соперниками в спортивном зале и гостеприимными хозяевами за его пределами. Лукавить не буду, конечно, трудности все определенного плана есть, но мы старались, потому что, чем отличается специальная пожарная охрана, потому что гостеприимство всегда на первой стороне. И мы сделали все, что могли, и даже больше. Программа всероссийских соревнований представлена 3 состязательными видами. Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, установка и подъем по 3-коленной выдвижной лестнице и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Команды прошли контрольное взвешивание спортинвентаря. По условиям соревнований штурмовая лестница не должна весить менее 8,5 килограммов, а пожарные рукава, бег с которыми еще впереди, в сумме не менее 5 килограммов. Закрытие чемпионата завтра. После него лучших пригласят в российскую сборную, которая представит нашу страну на международном турнире в Саратове. Павел Половов, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».